Площадки не будет. С 1 апреля вносятся изменения в правила проведения экзамена на водительские права. С этой даты навыки вождения будут проверяться в условиях реального дорожного движения. О праве сесть за руль — Павел Игнатьев. Таких кардинальных изменений не было давно. С 1 апреля кандидаты в водители вместо двух будут сдавать только один практический экзамен. Элементы площадки перейдут в аттестацию «Город». Часть испытаний перекочуют либо на закрытые территории, либо на дороге с малоинтенсивным движением. Те элементы, которые выполнялись у нас на площадке, они будут частично выполняться в режиме реального дорожного движения. Такие элементы, как, ну, простым языком скажем, это въезд в гараж в простонародье, чтобы людям было понятно, и параллельная парковка. Больше всего изменений пугает сегодняшних курсантов. Многие из них стараются сдать вождение, пока новый регламент еще не вступил в законную силу. А вот инструкторы сохраняют спокойствие. Для них принципиально ничего не поменялось. Обучение осталось прежним, возросла только интенсивность занятий. Побольше мы паркуемся в городе, тренируем людей, чтобы у них уже к апрелю месяцу были определенные навыки и не боялись люди. Чтобы экзаменуемый меньше волновался и не принимал поспешных решений, увеличится время прохождения испытаний. Согласно новому регламенту, на экзамен будет отводиться до 30 минут. До получаса, да, время увеличивается, чтобы он успел выполнить все элементы, все маневры, которые предусмотрены новым административным регламентом и постановлением правительства. В пояснительной записке к новым правилам уточняется, сокращение практических испытаний уменьшит время, необходимое для получения прав. Главным же преимуществом автоинспектора называют совершенно другой подход автошкол к обучению водителей. Отныне право сесть за руль они будут доказывать в реальной дорожной обстановке. Павел Игнатьев, Дамир Губеев, «Вести», Ульяновск.